Ксения Бородина остро высказалась в адрес своего бывшего мужа Курбана Омарова. По мнению Ксении, Курбан гонится за славой блогера и звезды светского общества. Об этом рассказал сайт StarHit.ru. Ксения сообщила, что Курбан Омаров говорил ей, что не стремится к известности. Однако, после развода бизнесмен начал активно вести свои социальные сети и стал ходить на светские мероприятия. Бородину очень удивила такая перемена в бывшем муже. «Мне было сказано, я не стремлюсь на красной дорожке. Человек очень много раз повторяет, что ему не нужны красные дорожки, а в итоге готов уже обмотаться ими, закрутиться рулончиком туда и обратно. Все как в том анекдоте. Я бежал за вами 3 дня и 3 ночи, чтобы сказать, как вы мне безразличны», — заявила Бородина.